Жителям микрорайона Политехнический есть чем гордиться. Здесь множество благоустроенных скверов. Не так давно преобразился Яблоневый сквер на Полевой, сквер Политехнический. Полностью благоустроили проспект Ленина. Во многих дворах установлены детские и спортивные площадки. Очень много сделано. Я живу вот в бульвар Осипенко. Вы знаете, мы ходим каждый день и радуемся. Очень красиво. Высадили деревья, привели в порядок. Правда, одна сторона пока еще. Я довольна. Довольны дорогой, которую мастили у нас в Испаново-Садовой и по Ленину. Столь радужная картина – результат активности самих жителей, которые не сидят сложа руки, а делают все возможное, чтобы микрорайон стал лучшим. К тому же здесь действует программа государственно-частного партнерства, и крупные предприятия участвуют в благоустройстве скверов и бульваров. Микрорайон Политехнический является, по сути, самым благоустроенным микрорайоном города Самары. И во многом это произошло не потому, что сюда вкладывались какие-то колоссальные бюджетные средства, а потому что жители очень активно ведут себя. Многие ТСЖ хорошо благоустраивают свои дома и благоустраивали дворы. Теперь для полного счастья не хватает парковок. Об этом жители и общественный совет микрорайона говорили на встрече проекта на связи с губернатором. Многие автолюбители ставят свои машины на территории газонов. После непогоды, после дождей вся эта грязь выносится на тротуар. И тут многое в руках жителей. От их решения зависит, сделать вместо газонов дополнительные парковочные места или поставить вокруг газона ограждение. Реализовать решение поможет общественный совет микрорайона. В него вошли жители, которые участвовали в благоустройстве ранее. Поэтому в активную работу включились с первых дней создания совета. И уже знают, на что обратить особое внимание. Это, например, спуск по улице Первомайской, лестничный спуск, который должен быть все-таки удобным для детей. И по их безопасности впереди у нас пляжный сезон, поэтому все-таки я думаю, что многие с маленькими детьми будут как-то проходить вот этот промежуток пути, и хотелось бы, чтобы он был, конечно, благоустроен. Микрорайон Политехнический – яркий пример слаженной работы жителей и представителей власти. Каждое предложение активных горожан услышано и включено в план работ, будь то создание общедоступной спортивной площадки или же полив газонов. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.